Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ. И сегодня я решил немножко посидеть, так культурненько. Сегодня суббота у нас. Решил, как говорится, в честь предпоследнего дня зимы немножко, как говорится, выпить и проводить зиму, как говорится. Для этого я взял литру самогона. Здесь у нас эта бутылочка на 2 литра, короче. Взял литрушечку самогончика, немножко. Немножко закуски. Вон такие булочки, хлебушек. Колбаска домашняя. На сковородочке пожаренная. К сожалению, сейчас природные условия не позволяют, чтобы пожарить ее на улице. Картошечка отварная с маслицем и укропчиком. Сальцо с чесночком, духмяным перцем и черным перцем. Бочковой огурчик. Ну и лимончик, как говорится, друзья. Хорошо. Ну что, друзья, как говорится, долго ходить не буду. Тут такой стол, что оператору тяжело было камеру ставить. И мне тарелку тоже, как говорится. Даже буду наливать сюда с краю. Мне хорошо видно? Ну что, друзья, буду наливать по первой, как говорится. Решил я такую бутылочку использовать. Зима у нас была, как сказать, и хорошая, и холодная. Так что, как говорится, надо ее проводить, потому что масляна будет у нас с 8 по 14 число. Так что я решил, как говорится, проводить масляну. Ну что, друзья, налил чуть-чуть я себе целую, как говорится. Начал с целой, как говорится. Что хочу сказать, друзья. Наконец-то заканчивается зима. Скорее бы уже пришла теплая, хорошая весна, как говорится, солнечная, чтобы это все, как говорится, поскорее потаяло, поскорее это все высохло, чтобы начала расти травка, начали петь птички. Ну и, как говорится, началась весна, чтобы уже, как говорится, после весны будет лето, и тогда будет вообще хорошо. Давайте, друзья, за, как говорится, за конец зимы. Самогон, в принципе, неплохо первая пошла, но чувствуется, есть минус этого самогончика. Чувствуется в том, что либо брага чуть-чуть так херово выигралась, либо херовые дрожжи были. Ну, может, вполне возможно, что может быть и двойной перегон, типа брагу ставили на этом, но я думаю, вряд ли. Потому что самогон мы брали в проверенном месте, там обычно всегда самогон хороший. Но, как говорится, здесь пока мест первая пошла так сомнительно, как говорится. Скорее всего, не второй перегон, скорее всего, либо дрожжи, либо, как говорится, брага. Это одно из двух. Ну что, как говорится, буду наливать по второй и буду, как говорится, на нашу закусочку дегустировать. Наложу сразу себе заранее, положу картошечку, так что так у нас на канале... Люди все понимают, возьму ручкой, как говорится, ну там уберу, то ничего страшного. Возьму себе сальца кусочек. Сальцо такое малосоленое, хорошее. Возьму колбаски кусочек. Так что, немножко, чтоб было, как говорится, друзья, чем закусить. Потому что я считаю, как выпивать надо, если пьешь, то пить надо, как говорится, это в тепле, чтоб дома сел, уютно, тепло. На кухне, там, в зале, там, в баньке, например, кто живет в доме, в бане, там, в летней кухне. Чтобы было тепло, уютно, чтобы на диванчике, на табуреточке. Но не пить по подворотням, не пить по лавочкам, не пить по всему этому, как говорится, это я против такого. И, что хотел еще сказать, пить надо тоже с умом. Если пьешь, то надо там закусить чем-нибудь. Даже, грубо говоря, тем же супом, или тем же борщом, или теми же пельменями, или той же картошкой. Чтобы было чем закусить, не просто пить. Как попало, а пить и закусывать. Ну что, так налью чуть-чуть себе, потому что еще, как говорится, есть куда разгоняться, друзья. Ну что, выпьем за что? За вторую выпьем. Как говорится, за наступающий, как говорится, март. Скоро будет март. Праздник, 8 марта. Потом, ну, 8 марта, Маслина. Потом весной будет Пасха. Потом 1 мая. 9 мая, так что у оператора моего день рождения, так что давайте, как говорится, за наступающую весну. Да, что-то с дрожжами, что-то либо дрожжи, либо брага. Не, одну рюмочку перед обзорчиком выпьем. Одну перед обзорчиком выпьем
Он огурчиком закусил, сейчас он огурчиком закушу. Мне много пишут, типа, там в обзоре ты был там пьяный, там, или, друзья. Перед обзором я много не пью. Выпиваю там, ну нехай, если так выпиваю, то может бутылку пива. Если там на пиво обзорчики. Если там на водку там или на самогон, то там рюмочку самогончика выпиваю. У меня не пьется там столько, что там заливается, там 3 рюмки или 5 рюмок, столько не пьется. Пьется все, как говорится, в рамках разумного, чтоб чисто, как говорится, на съемках и шло, лучше и шлось, как говорится. Картошечка, вообще мировая закусочка, с укропчиком, с маслицем. Говорится, бомба, сальцо. Сальцо я сам солил. Хотел записать видосик, как я солю сальцо, но потом как-то передумал это все дело. Записывать, но думаю, сало, ну, в принципе, сколько рецептов в интернете есть, как солят сало. Хотя, друзья, если будет это вам интересно, напишите в комментах. Я без проблем засолю сало, если кому-то будет интересно. Что там есть? Хотя, я думаю, в интернете хватает всяких рецептов. Но я солю, как бы сказать, можно сказать, по своему рецепту. Чтобы ничего не перевернуть, потому что столько всего, что попробуешь это не перевернуть. По своему рецепту. Рецепт очень простой, сало. Берется кусочек сала. Надрезается чуть-чуть полоски, делаются такие, потом на штары ходятся дырочки, в эти дырочки напихивается чесночок, солькой, как говорится, обтирается, солькой обтирается, ну, не то, что там солью сильно засыпается, просто обтирается солькой. В холодильник на суточки, плюс на это ложится лавровым листом сверху, я забыл еще, лавровый лист сверху ложится, и дырочки, там дырочка одна чесноком, одна дырочка духмяную перчину, можно напополам, можно целиком. И так на сутки. Потом, друзья, проходят сутки, можно больше подождать, можно двое суток. Даже может до 3 суток. Ну, если так, кто хочет более соленое, я такое малосольное делаю сало. Ну, тут просто соль добавляет, и чтобы оно больше солилось. Потом соль эту смываешь, и, как говорится, черным перцем обделаешь. Хоть черным, хоть красным, ну я черным делаю. Черным, и еще хотя бы часов на 12. Холодильничек. И потом получается сальцо то, что нужно. У меня это суточное сало, суточное. Так что даже меньше суток. Но оно хорошее, вкусное. Всем понравилось, как говорится. Ну что, как говорится, выпьем за сало. За мировую закуску, как говорится. Салом. Что, салом можно и виски закусывать. Ну, конечно, не чистым салом, а салом с мясом, как говорится, как у меня. С прорезью. Можно и виски закусывать, можно и водку, можно и коньяк закусывать. Как говорится... Именно закуска под, да и, в принципе, можно и сальцо, если хорошая копченая такая грудинка, там можно и под пивко, да, друзья. Давайте. Промерил этот я самогон, это самогон Катин, короче. Мы ее взяли. Ну, а почему? Оценочку ему поставлю сегодня где-то неплохую оценку, где-то 9 баллов. Сегодня у него самогон послабее, это скорее всего из-за дрожжей. И мы его промерили, она говорит, ну, говорила 50, я помню, когда-то покупал самогон, мы тестировали, было 55 градусов, она говорила, что у нее 50 градусов. Сегодня мы протестировали, у меня он оператор-свидетель, не на камеру, потому что мы... Переливали самогон в эту солью, а в солью градусник, если я вкину, то я его могу либо разбить, либо потом просто не вытянуть. Конечно, вытянуть, но может есть вероятность его просто разбить, потому что он стеклянный, тонкий. Самогон был 49-48 градусов. В принципе, держит 50, но чуть-чуть не дотягивает. Так что, как говорится, ничего страшного в этом нету, что там... Градус или два, просто говорю, 9 баллов, что-то сегодня у нее с этим. По поводу Кати мне писали, она сниматься не будет, там из-за того, что типа она снялась в Путивле посмотрели ролик, типа знакомые, у нее там были определенные проблемы из-за этого, что типа люди, ты снималась типа на Бухай ТВ и все остальное.
Поэтому Катя больше не будет сниматься, хотя мы хотели с ней там на определенное вино снять обзорчик. У меня это уже было в проекте. И я хотел снять еще на шейк Боро-Боро, потому что шейк Боро-Боро девушки пьют. Я хотел взять по банке шейка, и чисто такая тематика была, сказать, вопрос задать, что надо свет добавлять мне, потому что темно как-то, ну или в принципе из-за улицы. Типа, почему девушкам нравится шейк Боро-Боро? Потому что есть шейки поярче, повкуснее, чем Боро-Боро. Но пьют, в основном пьют Боро-Боро. Хотел задать этот вопрос, но это уже, как говорится, может когда-нибудь, не знаю, лет через 300, как говорится. Так что, лет через 300. Узнаю, почему такая проблема. Ну, хорошо. Поэтому она как бы... Не, может она будет, если там когда-то там будет присутствовать, но будет присутствовать за кадром. Но сниматься она не будет уже, к сожалению. Получается, кто, кого только я... Ну, кто и Лена снималась там, и Алина на Новый год снимала меня. Куча девок, которые должны там готовы были сниматься, и потом со временем просто, ну, отсекались, со временем, там, на протяжении месяца отсекались. Там, как бы такое... Не знаю, Елена, она не хочет сниматься, хотя мы ей, в принципе, не предлагаем, ты им так само. Кто захочет, ну вот именно, тут просто есть проблема, в чем заключается. Проблема, в чем заключается. Ты на паузу поставишь? Ну что, друзья, как говорится, приносим свои извинения, то получается, там звонили, короче, надо было ответить. Так что, как говорится, кто, если у нас девчонок появится, как говорится, я не договорю, и будет хотеть сниматься, потому что много кто снимается, потом в роликах просят, типа, удали этот ролик там или еще что-то. Я говорю, нет, есть железное правило моего канала, как говорится. Я его сам создал, сам его веду, как говорится. Не, но люди помогают там и все остальное. Всем, кто помогает, спасибо, конечно, за помощь. Если ты пришел на канал, снялся, то уже, как говорится, будут говорить. Ну, как тут, я не знаю, как заменить это слово, чтобы не говорить, как говорится. То видео уже принадлежит мне, как говорится. Тебя никто не заставлял, за руки, ноги сюда не тянул. Ты сам сидел в камере, сам тут что-то пиздел, сам там пил, ел, короче, все остальное. Это не важно, как говорится. Но ты снимался сам, добровольно, как говорится. В чем проблема? Ну, есть такие, что начинают говорить что-то какие-то. Так что ролики никогда не будут удаляться. Был один удален ролик, потому что там было просмотров, где-то 400 просмотров. Там попало в кадр то, что не надо было попадать. Член моей семьи, который я бы не хотел, чтобы он попадал в этот кадр, короче. И поэтому я удалил этот ролик из-за того, что попал этот человек в ролик. Потому что видео набирало обороты, и этот человек попал в кадр. Я просто удалил, типа, как бы на основе семьи, но я не хочу, чтобы видели там моих родителей там, и все остальное. Один из моих родителей попал в кадр, короче. Вот и все. Поэтому я этот удалил ролик. Если кто-то другой попадает в ролик, то это ничего страшного, так оно и будет, как говорится. Ну что, друзья, давайте, как говорится... За все хорошее. Фух. Так что, как это скажут, ты меньше пьешь, чем пиздишь. В чем заключается выпивание? Выпить, поговорить, закусить хорошо. И остаться на позитиве. А не напиться, потом то плачут, то дерутся, то кому-то звонят, то еще что-то, как говорится. Так что, лучше выпить культурно, на позитивчике. Посидеть, пообщаться, хорошо там с людьми, разойтись там и все остальное. Это самое главное. А если заниматься херней, так зачем тогда вообще выпивать собираться? Можно просто одному сесть, нахерачиться и рухнуть, как говорится, и все. Колбаска домашняя, именно не покупная, именно своя, самодельная, свое сало, своя колбаса, все как положено. Вкусная вообще, четкая. Конечно же, пока по телефону поговорю, пока мы все это приготовили, пока мы тут установили камеру, пока мы все остальное. Да, конечно, этот
подостыла она. Хотя я уже первый раз закусывал и все остальное, она была теплая. Когда мы пробовали, когда она готовая, не готовая, она вообще была горячая, вкусная, вообще запах был четкий. Хотя и сейчас она вкусная, но уже, конечно, остыла, сами понимаете, что шашлык, что колбаса, если остынет, то, соответственно, в вкусовых качествах теряется. Да и любая еда, если вот шаурму взять, например, или тот же гамбургер, ну, сами понимаете все. Не, ну, разогревать же не будем ходить туда-сюда, сами понимаете. Ну что, сейчас пахну пару рюмочек и буду, как говорится, закруглять наш этот обзорчик. Я думаю, столик у меня неплохой, кстати, ребята, напишите в комментах, будет очень приятно. Нормальный стол, понравился вам или не понравился, так что это будет мне очень приятно. Я отвечу обязательно. Блять. Это столько всего. Во-первых, бутылка большая, тяжелая, неудобная, плюс еще это неудобно, двумя руками надо наливать. И плюс еще столько всего наставлено, что неудобно. Ну, с другой стороны, это бытовая ситуация, обычная была пьянка, Так что. Но за это меня подписчики и любят, потому что я, во-первых, я не прописываю сценарий. Все, что думаю, то и говорю, как говорится. Если что-то плохое, я говорю, да, плохо. Если что-то хорошее, я говорю, да, хорошо. Если что-то среднее, я говорю, так себе, я говорю. Так что давайте, друзья, за честность, правдоту и, как говорится, за настоящих друзей. Лимончиком закушу. Лимон у меня без сахара, без соли. Просто лимончик. Не экспериментирую там. Сахар, соль. С сахаром лимончик тоже неплохо. Хорошо. И с солью лимончик неплохо, мне нравится. Хотя с солью лимончик лучше куда-то выдавливать там салатики и там такое. Картошечка, вон, даже картошечка взять, вот картошку, калмун привез. Раньше считали в Европе, в старой Европе, в средневековой, что картошка это типа разновидность ореха. А в итоге получилось как? Нормальный хавчик. Люди варят, жарят и все остальное. Не, самогончик поднакрывает, нормальный чемор, как говорится. Чемор, фугас, у нас названий самогона очень много. Этот такое. Ну что, ребятки, буду сейчас кинуть еще одну рюмочку. Получится, как у нас получится. Видео получится с двух частей. Первая часть, видео выйдет одной частью, но придется монтировать. Это я говорю сразу, потому что был звонок, камера отключалась, и, к сожалению, выключили этот оператор. Перепутал кнопки, чуть-чуть не туда нажал, но то ничего страшного. Хорошо. Что ж поделаешь. Хорошо. Ну что, друзья, буду это последнее, как говорится. Сильно много не буду тянуть времени, как говорится. Что хочу сказать, друзья. Так, возьму. Ой, подожди, картошечку беру. Вот такой возьму. Красивый кусочек. С лучком, так все как положено, чтобы красиво закрыть. Ну что, друзья. Как говорится. А я хотел сказать, понял, тост, и этот, потом еще задумался, и думаю, сделаю такой типа релакс, чтобы люди поржали в видосе. Не, ну вот пьянка, что на пьянке всякое бывает. Что хочу сказать, друзья, большое спасибо. У нас уже больше 420 подписчиков. Я просил до Нового года 400 подписчиков, но, друзья, к сожалению, не получилось, но мы уже идем к 500. Друзья, всем спасибо, кто подписался. Реально, молодцы, смотрите видосики мои, пишите комменты, ставите лайчонки. Реально, ребята, реально красавчики. Ребятки, за вас эта рюмочка, дай бог вам всем здоровья. Как говорится, мешки денег. Ну и, как говорится, самое главное, чтобы у вас были хорошая семья, хорошая крепкая семья. И хорошие настоящие друзья, чтобы которые не кидали тебя на каждом скоке и не были щитоводами, как говорится, давайте. Колбаска пахнет вообще шикарно. Натуральная кишочка, натуральное мясо, чесночок добавлен, там специи.
У меня закусочка бомбезная. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал Бухай ТВ. Пишите обязательно комменты, на комменты обязательно отвечу. Ставьте обязательно лайки, как можно больше, как говорится. Рассказывайте о канале своим, ну, своим друзьям, знакомым, родственникам, кто эту тему любит, как говорится. Подписывайтесь на мой второй канал Олег Мирон. С Олежкой все нормально, Олежку недавно видели, но, к сожалению, там не сняли, потому что там нету камеры. И на телефон, там телефоны, ну, не очень хорошие, чтобы снять Олежку. Олежка, с ним все в порядке, все живо. Сейчас наступит весна, потому что туда дороги нету, я не могу на машине ездить туда. А ездить туда, как бы так ехать туда по сугробам, там это очень печально, как вы сами понимаете. Подписывайтесь на Олежку Олега Мирона, как говорится, на мой ТикТок Бухай ТВ и, соответственно, на мой Инстаграм Пешков 570. В Инстаграме я общаюсь со всеми, так что может писать любой, писать. Можем общаться по видеосвязи, это без проблем. Ну что, друзья, всем мира и добра, главное не болейте, всем удачки.